я вас всех приветствую. Адаптер про гигиену. Гигиена в любых походных приключенческих условиях – это важный элемент, от которого отказываться не стоит. Гигиена бывает разная. Я сейчас затрону именно вариант ногтей. То есть маникюр, педикюр. Казалось бы, что здесь такого? Но на самом деле, прошу учесть, есть нюанс. Если вы решили обрезать свои ногти прямо в походе, причем прямо под корень, ну, потому что они по какой-то причине вам стали мешать или они уже начинают как-то вас раздражать, то через буквально час, особенно если вы где-нибудь находитесь на треке, то буквально через час вы почувствуете, как эти пальцы перестают вам отвечать тем требованиям, которые вы на них возлагаете. А именно, они перестают работать, потому что вы чувствуете постоянную боль. Боль от того, что вы, подобрезав ногти буквально под самый край, создаете постоянный надрыв за счет действия руками. И вы уже не можете выполнять какую-то мелкую детальную работу руками, пальцами в частности. То есть вы останетесь способны выполнять только грубые и совсем не женские движения. То же самое касательно педикюра. Если вы решили в походе подобрезать именно, обрезать ногти под самый край на ногах, то это тоже чревато тому, что через какое-то время, пройдя в ботинках, неважно, там в тапочках или особенно на каком-нибудь таком большом маршруте где-нибудь вниз, именно вниз, когда вы будете спускаться с горы, вы тоже почувствуете, как ваши пальцы начинают вам мешать, вернее, они начинают болеть. Так болеть, что дальше двигаться практически будет невозможно. Еще один момент. Если среди вас есть те, кто любит делать маникюр и педикюр в салонах, особенно педикюр, вы вспомните, что мастер педикюра, он зачищает еще и ступню, то есть специальными такими щетками, специальными такими, как бы, не знаю, шкурками, да, то есть наждачной бумагой буквально. Вот, эта часть кожи, которая с вас сошла, она была бы не лишней в походе, потому что у вас ступня становится нежная и восприимчивая к разного рода ракушкам, почвам, там, каким-нибудь, я не знаю, опилкам и так далее. И наступать на такую уже обработанную ступню очень неудобно. Вот. Это что касательно маникюра и педикюра. Поэтому, если вы решили сделать маникюр до похода, сделайте его хотя бы за 3-4, а то и 5 дней до того, как вы выходите в какой-нибудь движ. Все, всем спасибо, скоро увидимся.